Привет, чуваки! С вами Топ Дота. На улице конец февраля, а это значит, что с момента последнего Интернешнала прошло уже более полугода, а тем временем обещанная аркана на Джаггернаута так до сих пор и не вышла в свет. Что же нам всем делать, сколько еще ждать и на что надеяться? Сейчас разберемся. Привет, друзья! Я так полагаю, вы устали от топеров на рулетках? Специально для тебя D2D рулет сделали комнату с ограниченной суммой ставок. От 15 до 200 рублей с человека. Тебя не затопят. Заходи на d2drulet.net и проверь свою удачу. Действительно, с того момента, как Volvo пообещали выпустить аркану на Джаггернаута, прошло уже более полугода. Не один десяток тем был поднят на Reddit, было много вайна, много соплей, но арканы до сих пор нет, как и какой-либо точной инфы о ней. Кроме того, что у нее будет три стиля. Если вы проспали этот момент, то сорян. У нее реально будет три стиля, прямо как в случае с Monkey Kingом. И меняться эти стили будут в зависимости от левела прокачки ультимейта. Ничего нового, конечно, но звучит все равно очень круто. Все-таки над новыми арканами трудятся гораздо усерднее, чем над старыми. Привет, Лина. У нее вообще все грустно. Ну да ладно, а когда же эта охрененная трехстильная аркана выйдет? Точной инфы пока что нигде нет, но к счастью у нас есть интеллект и немного информации для анализа. Итак, давайте этим воспользуемся. Практически все предыдущие арканы, которых у нас между прочим 9 штук, выходили вместе с какими-то новыми героями, чтобы Valve могли собрать максимальное количество хайпа вокруг этого события. И при этом надо учитывать, что в последнее время каждый год выходила минимум одна аркана, потому что каждый год в компендиуме было соответствующее голосование, какого персонажа стоит следующим осчастливить новой модной шмоточкой. И надо полагать, что и следующий год исключением не станет, и у нас снова будет шанс отдать свой голос тому или иному герою. Но теперь вот возникает вопрос. Как разрабы должны поступить? С одной стороны, им нужно быстрее заливать айтем, чтобы успеть до следующего инта, но при этом они вводят арканки лишь вместе с новыми героями, а последний новый герой, то есть Monkey King, был не так уж и давно, значит вряд ли они успели создать и отбалансить нового. Все-таки над дотой трудится не так уж много народу. Так что самое логичное и правильное с точки зрения таймингов, которые, кстати, бессовестно проебаны, решение – это залить и нового героя, и джаггерскую аркану под седьмой International, либо под его финал. Это опять же будет максимально хайповое событие, и как раз к тому моменту они должны успеть с новым Хирычем, да и голосование за новую аркану будет уже весьма актуальным и своевременным. Но один хрен, в таком случае как ни крути, они буквально на год затянут релиз предмета, который мы все так очень сильно ждем, а следовательно и словят очень много хейта. Поэтому я считаю, что так Valve поступит только в крайнем случае, если совсем не будет успевать с дедлайнами и все будет очень плохо. Но если все будет идти нормально, то все события сдвинутся на одну контрольную точку ближе, а точнее на мажор. Да, на киевский мажор. Представлять крупные обновы в одночасье с крупными ивентами в этом все Valve, так что у нас есть все причины ждать свежую арканку вместе с легендарным четвертым спиритом именно в конце апреля. Вот прям ставлю на это свою кепку с логотипом Na'Vi. Почему-то верится мне в то, что Габен не подведет и не станет затягивать еще сильней. Хотя хер знает, можно ли сказать, что он не затягивает сейчас, выпуская айтем всего лишь каких-то 8 месяцев. А ведь именно столько и пройдет от момента победы Джаггера в голосовании в компеде и до момента финала киевского мажора. Ну, что тут можно сказать? Оперативно делают чертяки. Ладно, в любом случае нам остается только ждать, надеяться и верить. Но розовые очки надевать тоже не надо. Причин релизнуться раньше 20-х чисел апреля у арканы нет, и черта лысого это произойдет. А на этом все, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам мои догадки пришлись по душе. Если согласны с ними, то ставьте лайк. Если не согласны, то пишите внизу почему. Ну и подписывайтесь на канал. Будем ждать арканку вместе. Ну и разыграю ее, конечно же, когда выйдет. Кстати, вчера на моей стенке ВКонтакте вышли итоги розыгрыша аркана на SF, которую я вам обещал совсем недавно. У меня 8 месяцев ждать не пришлось. Удачи!